Всем здорова, с вами Вова, компания Electronic Россия. Мы наконец-то получили первые образцы одних из самых мощных колонок, которые есть с аккумулятором. У нас раньше были 1420-140 по RMS, это 2036, и к нам поступили Electronic 2060 Pro. Да-да, это вот эти две крутые, огромные колонки из корпуса MDF. Идут крутые металлические радиомикрофоны с хорошим чистым звуком. Кстати, микрофон реально круто работает, без забивок, хороший чистый звук. Сразу видно уровень. Сегодня сделаем подробный обзор. Посмотрим комплектацию. Ознакомимся с панелью управления. Посмотрим, из чего она сделана. Разберем ее и затестим на профессиональном оборудовании на улице. Я предлагаю начать с комплекта. В комплект поставки входит обычный шнур восьмерка 220 вольт, пульт дистанционного управления, AUX-кабель, два радиомикрофона, ну и еще будет инструкция, но с опытными образцами нам пока инструкцию не прислали. Микрофоны классные. Раз, два, три, четыре, пять. Очень круто работают, можно сразу одновременно включать два микрофона. Я, кстати, сравнил с обычными микрофонами, которые идут с более бюджетными моделями. Так, у нас вот два микрофона от новой системы и стандартная от бытовой. У любой системы там уже батарейки есть у каждой. Значит, 200 грамм весит микрофон, 180 грамм, 200-180, 200 грамм. И укомплектованный микрофон тоже с батарейками от системы Pro. 380 грамм. В два раза. Итак, мы видим, что они весят в два раза больше. Но у них и дисплей, и они весят, звучат. Но это прям реально крутые микрофоны, которые не стыдно взять и выйти на публику пользоваться. Да, больше, конечно, для проведения мероприятий, в кафе, для аниматоров. Это профессиональная техника. Давайте ознакомимся с панелью управления. Панель управления тут очень богатая. Сверху у нас дисплей, microSD-карточка вставляется, USB, флешка вставляется, SD. Клавиша мод смены режимов. Из режимов у нас AUX, USB и Bluetooth. Клавиша записи, repeat, переключение композиции, play, пауза. Гитарный вход. Два микрофона проводных можно подключить. Вход AUX и аудиовыход. Можно вторую акустическую систему подключить проводами. Есть экстрабас, высокие управления, басами управления. Громкость высокими на микрофон, басы на микрофон, гитарная громкость, эхо и дилей. Питание 220 вольт. Питание от автомобиля 12 вольт. От аккумулятора она запитывается. И также она работает от сети. Два режима. Также здесь есть клавиша караоке, где срезаются частоты и делается минусовка с USB носителя. Есть функция приоритета микрофона. Ее нажимаете и можете поздравлять, музыка притухает. Отжимаете и можно петь полноценное караоке. С панелью управления мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, сколько она весит. Друзья, и весит она 36 килограмм 700 грамм. Мы теперь знаем, что она весит почти 37 килограмм. Это немало, но для профессиональной техники это приемлемо. А теперь давайте посмотрим, какие у нее колесики. Колонку мы уже так нормально покатали. Качественные колесики, хорошие подшипники, ничего не мотыляется. Резиновые колеса с хорошим подшипником. Ну и, конечно, я предлагаю ее вскрыть и посмотреть, что же там внутри. Сама решетка качественно прокрашена.
А с обратной стороны проклеена тканью. Вот такой сеткой ткани. Решетку мы сняли. Видим, что система трехполосная. Также есть твиттер. Я это все дело раскрутил. Значит, самый маленький динамик он у нас 16,5 сантиметров. Это 6 дюймов. И два больших динамика по 30 сантиметров. Это по 12 дюймов. Динамики на текстильных подвесах. Тут же мы видим подсветку. Подсветка с микрофоном. То есть в такт будут подсвечиваться динамики, если это кому-то нужно. Если не нужно, можно отключить. Достаю твиттер. Вот такой огромный магнит. 8 сантиметров. Толщина 2 сантиметра. У самого маленького магнита 6,5 сантиметров. Диагональ 2 сантиметра толщина. И самый большой динамик, их тут две штуки, 12 дюймов, 11,5 сантиметров. Диагональ 2,8. Мне очень понравилось, тут толщина самого МДФ 1,8. Так вот видно будет. Почти 2 сантиметра. Вот так вот видно. Внутри все сделано добротно. Провода, что на динамике, что на аккумулятор, хорошие, толстые такие. Не какие-нибудь жиденькие, да, а хорошие, качественные провода. Аккумулятор я уже достал, вот он стоит. Итак, друзья, взвесим аккумулятор на 7 ампер. Он весит 2200. Взвесим аккумулятор на 12 ампер. Он весит 3200. И взвесим аккумулятор No Name от новой колонки. Весит 5 килограмм. 5 килограмм. Если взять 12 и семерку, то 5400. Ну, примерно емкость теперь понятна. Получается, что из всех систем это самый огромный аккумулятор. Они вот такие бывают 16 ампер и 20 ампер. Весит он как 16 или как 20 ампер. Я думаю, что когда партию получим, там уже на нем будет все написано, сколько у него емкость. Но по факту, даже если у него 16 ампер, это самая большая емкость, которая есть на данный момент у колонок Electronic. Друзья, ну что, мы узнали, что тут 4 динамика, 2 12-дюймовых, 1 6-дюймовый и твиттер, трехполосная акустическая профессиональная система. Толщина МДФ 18 миллиметров. Толстый слой структурированной такой краски. Если даже, да, вот обычный диджей ставит что-нибудь попить на стол или на колонке во время выступлений, может пролиться, и тут ничего не зальет, просто тряпочкой протереть и все. Очень качественный, хороший материал. Защитная металлическая решетка, плюс внутри проклеена тканью. Никакой мелкий мусор тоже туда не попадет. Ручки для транспортировки по бокам и сзади. Есть выход на дополнительную акустическую систему. Также есть приоритет, рабочий приоритет микрофона и функция караоке, где нажимаешь кнопку, и можно из любого трека, ну практически из любого, сделать минусовку и подпевать в хорошие качественные микрофоны. Повторюсь, это действительно хорошие микрофоны. Ждем поступления примерно их в конце осени. Ну или начало зимы, но я думаю, что мы их успеем привезти до конца осени, что фабрика их изготовит сколько нужно и нам их сюда пришлет. Предзаказы мы уже начинаем принимать, их добавили на сайт.
с полными характеристиками. Каких характеристик не знали по емкости аккумулятора, допустим, мы их там не указали. Знаем мощность, знаем какие динамики. Ну, собственно, какое-то скомканное сжатое. Ну, вы уже видели. Я их раскрыл, показал вам, что там внутри, как это все выглядит. А теперь не терпится проверить это все дело на профессиональном диджейском оборудовании. И нам в этом поможет Сева Микс! Воу-воу, всем привет! Здорово! Здорово! Итак, что сегодня будет у нас, друзья, интересного? Владимир? Друзья, значит, этого ролика будет две версии. Первая будет на YouTube с отечественной музыкой. А вторая, конечно же, с неотечественной музыкой. Совершенно верно. Из отечественной эстрады у нас будут звучать такие группы, как Ляпис Трубецкой, Гуф и Лепреконсы с треком «Хали Гали». А на Яндекс.Дзен Бомбфанк МСИС, Бенни Бенаси и Баста Раймс. Я думаю, будет круто, ребята, и заодно мы протестируем профессиональную акустику на профессиональном диджейском оборудовании с профессиональным диджеем. Друзья, а это YouTube-версия ролика. Кстати, Яндекс.Дзен-версия тоже крутая получилась. Вот ссылка на нее, обязательно переходите, посмотрите. А также ссылка будет в описании. А сейчас я отключаю петличный микрофон, а диджей Сева начинает. Прячься, хоть не прячься, все равно моя ты.
Друзья, вот так вот круто, сочно и мощно озвучали профессиональные колонки Electronic 2060 Pro. Ну, конечно, подключал у нас их профессиональный диджей на профессиональном оборудовании. Получилось очень круто. Кстати, они будут доступны, и придут они у нас примерно осенью. Октябрь, ноябрь, возможно, как нам с фабрики они придут, я обязательно запилю отдельный видос. С такими колонками каждый сможет стать диджеем, аниматором, ну или просто петь дома караоке в крутые микрофоны. Да, самое интересное то, что они не только очень громкие и очень качественные, самый плюс, я считаю, что можно их подсоединить, если вдруг, конечно, они у вас сядут, подсоединить к автомобильному аккумулятору и зарядить от 12 вольт. Да-да-да, в этих колонках есть аккумулятор, и все это время мы снимали наши суперкадры, не подсоединив их к сети. От сети у нас работает только один лишь ноутбук. Совершенно верно, ребят, мы специально стали снимать их, чтобы они работали на полную мощность от аккумулятора, посмотреть, хватит ли их на весь ролик. Если смотрите этот ролик на YouTube, переходите вот по этой ссылке и смотрите зарубежными хитами на Яндекс.Дзене. И, друзья, обязательно подписывайтесь. Возможно, заблокируют YouTube, а Яндекс.Дзен будет работать. YouTube, кстати, тоже все ссылки будут в описании. Да, Владимир, и вот интересно узнать. Скажи мне, что... А что делать с этим видео, вы сами знаете. Жмите лайк, напишите комментарий. Вам не сложно, а нам приятно. С вами был диджей Сева. Владимир. Пока-пока.